Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас 29 уже 29 января 2022 года. У микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Сегодня у нас вечер, час чрезвычайных, я бы сказал, новостей и сообщений. Сегодня глаза всех, кто сопротивляется тирании и насилию над человеком во имя человечества, кто решил, что во имя даже самой великой цели нельзя отнимать гражданские свободы. Вот внимание этих людей, их надежды находятся в месте, которое мы никогда не предполагали, в Канаде. Неожиданно Канада стала эпицентром сопротивления мандатам, которые один за другим объявляют правители западного мира, как будто все они помешались там или продались скупщику душ одновременно. Чтобы понять, что же происходит недалеко от нашей американской северной границы, я пригласил двух канадских граждан. Один канадский гражданин, вернее гражданка, это моя уже старая приятельница, друг, я бы даже сказал, Александр Герсон, совладелец и генпродюсер радио «Вера», Канада. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Леон. Спасибо огромное за приглашение. Мне очень приятно. И второй человек, я с ним не был знаком до того, вот сейчас только что познакомились и получаю большое удовольствие уже от нашего разговора. Владислав Соболев, он президент ужасно интересной организации, которая называется «Объятие выше масок». Спасибо. Очень приятно с вами познакомиться, Леон, и спасибо, Саша, за организацию. Давайте мы начнем с того, что мы спросим сначала Александру, Сашу, как я ее называю. А что, собственно, происходит в Канаде вот сию секунду? Ведь сегодня тот день, про который говорили, вот 29-го вот мы и начнем. Что же такое в Канаде началось? Я испытываю сегодня такую гордость за свою Канаду, за свой народ, что я даже не знаю, как вообще на эту тему говорить. Ну, единственное, что я хочу сказать, наш эфир FM Радио Вера каждый день сегодня, мы отодвинули все новости, потому что новость одна. Если наш весь мир прикован к нам, то значит мы это как-то заслужили. Началось, я говорю, с British Columbia, и к нему подключились грузовики из Альберты, подключились грузовики из Саскачевана. Если люди не знают географию, если вот начинать с западного побережья... Ну, это 8 грузовиков или 4, сколько? У меня есть информация. Но я хочу закончить, что когда грузовики проезжали Манитобу, и они въехали уже в Онтарио, конец конвоя еще был в Манитобе. То есть это одни люди сказали, что это было на 500 километров. Вот я у меня, извини, Влад, вот у меня есть информация, да, которую получает моя радиостанция. Да-да. Значит, следующее. Колонна канадских дальнобойщиков продолжает движение. Это было 3 дня назад, посчитано на тот момент, 2 дня назад, 1 400 000 человек и более 50 тысяч грузовиков направляются в Оттаву. 10 тысяч дальнобойщиков Соединенных Штатов вступили в ряды свободы. Они будут блокировать таможни по всей восточной границе Америки. Еще более 150 тысяч желающих пересекают страну, чтобы добраться до Оттавы. И за неполную неделю конвой собрал более 9 миллионов долларов пожертвований для тех, чтобы поддержать это все. Все мировые телеканалы и СМИ продолжают особо игнорировать это событие, поскольку нет точной информации, нигде никто о ней не сообщает. Мы знаем, что уже 2 дня тому назад колонна, идущая автомобилей, растянулась на 500 километров. Раз. 500 километров, я думаю, что это рекорд Гиннесса. Такого, я не думаю, такое когда-либо бывало. Второе. Уже 2 дня тому назад в этом марше в сторону столицы, Оттавы, в сторону правительства, принимало 1,4 миллиона человек и более 50 тысяч автомобилей. Это следующий кусок информации. Дальше. Американцы стали принимать в этом участие более 10 тысяч траков, трак-драйверов и траков, то есть это грузовые автомобили, огромные грузовые автомобили, поехали в сторону Канады и, возможно, уже перешли на территорию Канады. Около 150 тысяч человек из Америки выразило желание и сейчас находится по дороге тоже в Оттаву поддержать своих канадских друзей и братьев. Ну, с моей точки зрения, это полная фантастика. Это, я, Саша, совершенно согласен, это напоминает даже не бунт, это напоминает уже революцию. Хорошо.
А вот теперь давайте, после того, как мы выяснили, что это огромно, да, потому что 1,5–2 миллиона человек – это огромно. И сегодня, как я понимаю, а ты, Владислав, скажи, права ли я, если вначале речь шла как бы о вакцинации, сегодня речь идет о смене правительства. Вопрос к вам. А что явилось вот этой самой спичкой на фоне вот всего вот этого раздражения, которое народ ощущает? Все меры государства, которые были направлены якобы на здоровье и безопасность людей, они только сделали все хуже. Если подумаете, если все миллиарды, триллионы денег по всему миру якобы были направлены на здоровье граждан всех стран, как, почему тогда здоровье всех граждан всего мира стран самое худшее, какое вообще бы существовало за последние 2 года? Я, так как тренер по здоровому образу жизни, мне было все сразу понятно было в течение первого месяца, когда ни одного совета, который помогал людям бы держать здоровье и повышать иммунную систему, даже ни разу не говорили ни политики, ни так называемые эксперты. Вот. И просто пришло на край пришло, потому что люди долго себя сдерживали. Канадцы, они очень хорошие люди. Но опять же, это те люди, которых, правильно, если ты на них надавишь сильно, и после какого-то периода времени это все приведет к тому, что мы сейчас это и имеем. А скажите, пожалуйста, вот это тракеры, да, так сказать, то есть водители грузовиков. А да. Что, набралось 1,5 миллиона водителей грузовиков, или это уже не тракеры, это уже народ Канады? Это весь народ поднимается. То есть приехали все люди, которые участвовали во всех митингах за последние почти 2 года или которые недавно присоединились к нам. Кто-то приехал вообще первый раз, никогда ни на какие митинги не приезжал из-за счет того, что вот сейчас страна поднимается. И сейчас это, в принципе, уже считается модным. Когда мы это начинали делать, это было не то, что не модно, это было последнее, что ты даже мог себе придумать. Потому что столько, сколько гнева и ненависти, и чего только плохого не желали. Мне, когда я в самом начале начинал людям рассказывать еще в марте, в апреле 2020 года, тогда это точно было не благоприятное время присоединяться к такому движению. А на данный момент, сейчас вот если по Оттаве вы походите, это просто фестиваль свободы, фестиваль жизни, фестиваль людей. И для прикола скажу, что это только канадцы могут сделать такую всемирную революцию в самом холодном месяце всего года. Не чтобы в летом это сделать, да, они сделали действительно в самый холодный месяц, у нас по 35 сейчас мороз, и люди все равно ходят, потому что греет душа, греет сердце, энергия, это просто невозможно обладать, это обалдеть просто. Ощущение. Ну вот хорошо, едут 500 километров, едет, это одна колонна, еще там по 100 километров еще две колонны, и какая-то еще из Америки. А люди, мимо которых они приезжают, как реагируют? Они цветами их встречают, они встречают их проклятиями. Что происходит? Ну, на данный момент мы просто, как говорится, забрали город Оттаву под себя. Потому что, когда я сюда приехал в среду, я был один из первых, который приехал заранее. И я пришел в этот отель, в котором мы остановились, буквально 7 минут пешком от Parliament Hill. Естественно, где ваша маска? Я говорю, я освобожден, как я, естественно, я никогда ничего это не одевал никогда. У тебя письмо есть, да, освобождение от маски? Да, но я это нигде не показываю, это только я показывал, когда я летал на самолетах, потому что я хотел долететь, куда мне надо было долететь. Саша, а есть кто-то, кто отрицательно реагирует на это? Интеллигенция, демократы, политики, студенты, журналисты? Да-да, я скажу тебе сейчас один комментарий, который ты мне напомнил, Леон. Ты спросил у Владислава, как относится общество к этому? Ты спросил, вот когда идут траки, как люди, которые идут по улице, встречают цветами или проклятиями? Ты задал вопрос. Я на этот вопрос тоже хочу ответить. Да. Когда я пригласила Владислава первый раз к себе на радио, когда он представлял проект объятия поверх масок, реакция была с двух сторон. Реакция общества, зрители и слушатели радио кричали: «Ура! Слава Богу! Вот! Мы наконец-то!» А теперь реакция YouTube-канала. Я получила первый страйк на своем канале благодаря Владу Соболеву. Так вот, я хочу сказать, процент канадцев, я имею в виду не русскоязычных, он где-то был 50-50, но с каждым днем этот процент меняется в сторону поддержки акции. Потому что люди, я знаю почему,
Потому что два года люди жили надеждой. Им говорили, сделай 2, сделай 3, сделай 5, сделай 11, и ты все, ты в шоколаде. Сегодня болеют все. У меня друг работает в госпитале, в emergency, который сказал мне, сегодня те, которые приходят в госпиталь, 50 на 50, вакцинированные нет. Никакой разницы нет. Скажите, пожалуйста, а вот если Трюдо, допустим, уходит, то приходит следующий человек из его же списка, правильно? Ну, на данный момент, скорее всего, будет это, но в первую очередь нам нужно, чтобы он ушел в отставку. Естественно, якобы deputy prime minister, это которая Кристина Фриланд, которая еще даже хуже его, потому что она напрямую работает с Соросом, она писала ему книжку, которая называется «Plurocrats, the rise of the super rich and the fall of everybody else». Но на данный момент мы хотим достичь первой цели. Другая цель – это будет делать выборы. Нам нужны будут настоящие выборы, потому что которые вы бы продвинули в прошлом году, это был полностью театр. У нас лидер, который возглавлял на самом деле только единственную оппозицию, потому что все другие якобы оппозиционные партии, они тоже шли в тот же марш с главой государства. А единственная, которая была партия оппозиционная, она была полностью почти убрана из выборов в плане того, что даже дебатов не давали лидеру делать. Очень много других возможностей забирали у людей проталкивать своих кандидатов. То есть мы будем требовать в первую очередь отставку, а вторую будем делать свои демократические новые выборы, я думаю. Но теоретически они когда? Через 3 года? Выборы в Канаде, у нас нету фиксированной даты. Выборы в Канаде, когда есть minority государство, правительство, которое сейчас есть, в основном это каждые 2 года выборы происходят. Mm-hmm. А в целом, если правительство имеет majority, тогда каждые 4 года. Но это фиксированной даты нету в Канаде. Mm-hmm. Понятно. То есть, если у правительства в Конгрессе, как вас называется? Парламент. Да? Парламент. В парламенте остается меньше, чем 50%, то, так сказать, автоматически происходит, потому что это называется разрушение коалиции, и у вас должны теоретически пройти перевыборы. То есть вы хотите подействовать на то, чтобы ушел Трюдо, и разрушилась коалиция, и таким образом провести новые выборы. Понятно. А что, собственно, Трюдо по этому поводу говорит, не говорит, молчит, поет? Что с ним происходит? Что с ним происходит, Влад? Трюдо очень интересное такое существо, и он себя решил, когда мы сюда приезжали, он уже, по-моему, или в среду, или в четверг, он сказал, что якобы он был в контакте с кем-то, кто является носителем этой болезни, он протестировался и негативный тест получил, но все равно якобы в поддержку регламенту он все равно уйдет на изоляцию на 5 дней. Что, в принципе, не существует, потому что он получил 3 это самое, процедуры своих. И если у тебя нету даже позитивного теста, зачем тебе куда-то уходить? Ну, он прячется, прячется. Уйти в самоизоляцию ведь не означает сегодня самоизолироваться. Мы живем не в каменном веке. А есть телевизоры, есть компьютеры, есть телефоны, есть другие там всякие средства информации. Сидите, но это он просто использует, что якобы под предлогом, вот он якобы, может быть, это использует для предлогом, чтобы не приходить и не разговаривать с людьми. Он прячется в бункере, он придумывает, что он больной ковидом, или он общался с кем-то, а потом он не болел, а потом он заболел. Он выглядит просто как шут. Да, и хочу сказать другое, что все, что сейчас происходит, вот это люди встают и митингуют по всей Канаде и по всему миру. У нас вот этот протест дальнобойщиков сейчас и происходит и в Италии, и в Бразилии, и в Австралии, то есть это по всему миру. Сейчас Канада и Оттава становятся эпицентром не просто канадской революции, а именно всемирной. И хочу сказать, что это никуда не уйдет. То есть вот то, что сейчас люди прочувствовали в себе внутри, это только еще нарастает. Мы еще даже не достигли как бы климакс. То есть это все еще будет дальше происходить. И я думаю, что это все равно дойдет до той цели, которую мы хотим. Разница только будет существовать, сколько нам времени это займет. Неделю, 3 недели, 3 месяца. Я думаю, что неделю я буду делать в моих усилиях, что можно, чтобы именно закончилось это за неделю. Дело в том, что правительство будет пытаться отсидеться. Все понимают, что людям надо кушать, и все понимают, что людям надо зарабатывать, и все понимают, что людям нужно ехать домой и тому подобное. Дальнобойщики, поэтому дальнобойщики очень хорошие ребята, потому что у них ничего нету, им терять нечего. Они привыкли спать в траке, а мы им привезем, сколько еды им нужно,
сколько чего угодно. У меня люди уже из Торонто, очень, очень успешные бизнесмены, говорят, что надо привезти. Туалеты, нужно привезти грейнхаус-басы, чтобы люди не замерзли в них внутри. Люди готовы помогать как угодно, чтобы мы это довели до победного конца. И мы это вот будем это, делать. Вот это очень здорово, когда есть поддержка окружающего населения. 100%. Скажите, вся страна поднимается и встает плечом к плечу, и мы будем добиваться победного конца. 100%. Давайте мы попробуем двигаться в сторону уже конца нашего разговора. Но у меня есть еще пару очень важных вопросов. Влад, что вы будете делать, если входят войска? Они не войдут. Я не думаю, что этого будет. Почему ты так думаешь? Ну, потому что для чего войска нужно приводить? Что? Людей, чтобы убрать из столицы? Ну, этого не будет. И у меня есть очень много знакомых, друзей, которые состоят в канадской армии. Они поддерживают нас. Они не могут это активно все рассказывать, потому что у них все свои есть правила и так далее. Но люди в основном все нас поддерживают. Как бы люди понимают. Хорошо, но если предположить, что войска войдут в Оттаву, не дай бог, какие будут действия у протестующих? Будем стоять, что они будут силой отсюда выталкивать. Это наша страна, это наша страна. Эти политики, они просто настолько уже заблудились в своей голове, они не понимают, что это наша страна. А среди этого движения... Потому что я так понимаю, что это уже движение, а не что бы то ни было. И я опять понимаю, что это пока что собрание из нескольких разных группировок, партий, движений и тому подобное. Но оно формируется. У этого движения есть уже политбюро. То есть есть уже люди, которые могут сказать, мы идем от этого движения на выборы. Есть. То есть есть партия, которая называется PPC, которая People's Party of Canada, которая участвовала в прошедших выборах, которые у нас происходили в сентябре прошлого года. И она как бы является сейчас, я думаю, конкретным противостоянием этому государству. Да. Вот люди, которые сейчас на траках с траками, на улицах и прочее, они понимают, что PPC возглавляет или каким-то образом идеологически организовывает это, или они этого не знают? Я думаю, что есть кто-то знает. Я знаю, что очень много людей в движении есть, которые против политиков в целом, да. Но я думаю, что если это будет дальше продвигаться, как это будет продвигаться, что, возможно, люди будут поддерживать политика, который будет именно представлять интересы людей. И как бы, чтобы это ни развернулось, самое главное, я думаю, что сейчас происходит в Канаде и по всему же миру, это показывает политикам, чтобы они себя хорошо вели. Но если они будут плохо вести... Люди просто соберутся и их от них избавятся. Меня никто не спрашивает никакого совета, естественно, но именно поэтому он будет дан и очень бесплатный совершенно. Надо срочно организовать блог, который называется «Конвой Свобода», именно под этим названием, и объединять как под зонтиком все те движения, которые туда вошли, и идти мощным движением в парламент, требовать перевыборы и тому подобное. Ну, это то, что я бы стал делать. Значит, ну, давайте мы, так сказать, что называется, подведем итоги. Вы считаете, что армию не введут просто по той причине, что в Америке армию вообще нельзя ввести на улицы городов. Просто нельзя, точка. Армия не пойдет. Если там Байден или Трамп или кто угодно прикажет, армия не пойдет. Значит, не знаю, что в Канаде. Но, тем не менее, даже если заведут части там полиции, милиции, я не знаю, там национальной гвардии и тому подобное, то вы считаете, что столкновения не будет. Ну, будут пытаться, может быть, там поднять людей, очистить это самое, но вот такого вооруженного противостояния и крови, скорее всего, в Оттаве не будет. Потому что люди, которые в форме, тоже считают, что они канадцы. Да, я думаю, это так и будет, будет все спокойно, мирно. Ну и мы, самое главное, я вам другое должен сказать, что есть информация, что Трудо заплатил 45 миллионов антифи, чтобы она сделала здесь какой-нибудь инцидент, который может что-то сделать. Это, как всегда, самая красивая утка, которая распускается. Да, то есть мы делаем по максимуму, что можем, что говорим людям, чтобы они знали, что будут провокаторы, чтобы мы все мирно это делали. И что если что-то будет происходить, это наша обязанность, чтобы мы это остановили. Ну, тогда я должен, раз мы коснулись этой темы, я обязан спросить еще очень короткие вопросы на уровне «да-нет». Скажите, пожалуйста, члены вашего движения грабили магазины? Нет.
Члены вашего движения избивали полицейских? Нет. Члены вашего движения поджигали автомобили, дома, бизнесы? Нет, да? Нет. Члены вашего движения пытались осквернять синагоги, церкви и тому подобное? Нет. Да? Даже никаких монументов ничего не трогали, нет. Ну и сам, и думаю, монумент, даже монументов не трогали. Ну, и ребята. Не, у нас были другие движения, которые в Торонто там, да, сносили и так далее. То есть это происходит в Канаде, но не наше движение этим не занимается. Нет. Ну и самое последнее. Еще раз объясните мне, что, чем американцы помогают? Американцы помогают, поддерживают, я знаю, что финансы, но что явно, что деньги, которые собираются, они собираются не только по Канаде. Они помогают, естественно, независимые какие-то медиа, ну и Fox News, так как Карлсон, он разговаривал с людьми и дает больше нам связи, ну не связи, имеется в виду. Трекеры, американские трекеры? Да, и американские трекеры со всей Америки едут в Канаду, и которые не едут в Канаду, они тоже поддерживают и делают митинги, где могут, да. Окей. А последнее слово, Саша, если есть? У меня вопрос к Леону. Да. Ты сейчас спросил у Влада, помогают ли американцы, и насчет американских трекеров. Весь мир ждал, что американцы жахнут. Жахнули канадцы. Как ты думаешь, Леон, почему? Я не знаю. Хотя я думаю, что я знаю. Потому что есть несколько провинций, где живет гомогенное население, где оно общается свободно друг с другом, где они могут нормально, без политической корректности разговаривать, и где у них есть общие мысли, и их жизнь затронули, их благосостояние затронули, их свободу затронули. И вот эта масса начала бродить и вылилась в вот такой вот протест. Я думаю, что если бы в Кентаки или в Айове что-то такое началось у нас, и они бы пошли маршем в Вашингтон, то по дороге к ним тоже присоединилось бы 2 миллиона человек. Я очень рад, что это где-то происходит, потому что с моей точки зрения мы сейчас видим первую антиглобалистскую революцию, восстание. Первое антиглобалистское восстание в мире. 100%. Да. Где оно произошло, по большому счету, не важно. Важно, что оно произошло. И важно, что это надо продержаться. И важно, и поэтому я своим зрителям, слушателям и прочее, я вам обещаю, что я по всем блогерам американским и европейским расставлю это наше с вами видео. Вот. Я у всех прошу найти, вот сейчас Влад скажет, найти, каким образом можно давать деньги ребятам на хлеб, на воду, на еду, на бензин и на то, чтобы они могли продержаться, потому что у них там довольно холодно. Канада – страна холодная, и месяц не самый теплый. Самый холодный месяц в году. Кто может 10 долларов, кто может 1000 долларов, кто может, так сказать, 224 $ 37. Пожалуйста, вот я еще, Влад скажет, а я потом размещу под этим видео все данные, куда посылать их. Да. Я хочу рассказать. Мне кажется, что до тех пор, пока будут существовать Леоны Вайнштейны, Влады Соболевы и люди такие, как вы, ситуация... Вот Леон позвонил вчера и сказал, знаешь что, я хочу, ребята, попросить вас, канадцев, осветить эту ситуацию, а я ее уже распространю где только можно. Это вот только что Леон сказал, это глобальная проблема, и должно быть у нее глобальное решение. Это правильно. Окей, дамы и господа, огромное спасибо всем тем, кто участвовал, огромное спасибо всем тем, кто слушал. И огромное спасибо всем тем, кто после того, как прослушает это, пойдет на сноску, найдет место, в котором можно будет помочь ребятам, которые там находятся финансово, и поможет. А кроме того, разошлет это видео по всем своим друзьям и знакомым, по имейлу, шер, как угодно. Потому что это из тех вещей, которые мир должен знать. Спасибо, до свидания, до следующих встреч.